Приветствую всех. Одесса, 25 мая. Посмотрите прямо сейчас, что происходит на побережье. На одном из пляжей Одессы. Два экскаватора роют. Что-то в море достают. Вот, посмотрите. Я не знаю, что это. Мои предположения. Может быть, готовят зону для отдыха. Для отдыхающих. Я не знаю. У нас ночь прошла тревожно, так как в час ночи объявили воздушную тревогу, и 2 часа она длилась. Во время воздушной тревоги нашими силами ПВО был сбит один шахет. Можете посмотреть. Сколько людей сейчас на пляже? Хоть и будний день, но все больше и больше людей уже купаются в море. Водичка теплая, шикарная погода, много загорающих. А я желаю всем хорошего дня.